Откуда ж я знала? Лужа же есть. Льви 3 с первого левела. У меня нет. Ща, Юлька, мы разберем с тобой, бля, эту тактику. Юля, аренить пойдем? Нет. А, чё нет, ема? Че там? Вихрь первого левела вытаскиваем. Сучары. Нахуй я это сказала? На ротацию все первого уровня. Ну-ка, сейчас я найду в книжке вихрь у себя, блядь. Вынесу на панель. Не, ну на самом деле... Нет, на самом деле есть такая практика, типа, выносить скиллы первого левела, чтобы контролить. Типа, у меня почему-то такое на памяти. Именно на леди. Обманывает. Нет, там выносит первый левел с ОП для того, чтобы форс-маги быстрее кастовали фростбол, чтобы замедлять. Так, такая Войц, хуйня. У тебя смерч первого уровня. Понял? Не-не, он один там, нахуй, там нету уровней у него. Фростбол то? Я только что посмотрел. Я посмотрел. Так, где у тебя? Ну, Линк, они разные уровни, если у тебя три. У меня на 5 секунд, на 12 секунд и на 18 секунд. Не знаю, нихуя, нет такого. И там было такое, да? На друидах не играл, что ли? Ну я только что в книжке открыл, поставил уровни, у смерча нет уровней там, блядь. Кэш почисти. Какой кэш, блядь? Ну, конец. Подари, да. Может комп сразу переустановить, нахуй? Я думаю, Сирус давай, клиент переустанови быстро. Да, ты не того папочку пацана троллить Windows. Решил. Папочку Windows удали. Я тебя сейчас удалю, блядь, с планеты, нахуй. Ебать, так я на Луне живу. Ну все, Луну тоже. А, Кирюха, ты тут? Да. Там видел, да, уже новость, что про спам набора в гильдию распинал? Ну, завтрашнего дня. Это нет вообще, блядь. Я вообще не понимаю, поиск гильдии вообще нормально работает, это хуйня, нет? Или хуйня? Нормально, но они, как всегда, сделали его хуёво, и отображались три гильдии. И чтобы другие отображались, нужно обновлять каждый раз. В смысле, кнопочку поиск нажимаешь, он тебе дальше другие показывают гильдии. Блядь. Ну, это дрочь, я хочу список полный. Надо не так это все сделать. Там нужна вкладка по набору гильдии. Типа, в какой-то да доп. Забейте. Но я в других гильдиях не смотрю запросы. Я 10 запросов кинул, ни один на гильдии не ответил. Нахуй. Им похуй. Ага. Давайте сумонить, хули вы стоите. Так. Блядь, меня на рога, наверное, принял. Ну, на ребре нет, она там придется. И еще шкаф. Два тела только самого себе. Тут, кстати, время активности стоит с 18 до 11 по МСК. Негры? Активность это РТ, что ли? Ну да, типа, с 16. Ой, с 18, с 6 часов до 11, типа РТ. И ночью с 11 до 8 утра. Жестко. Ну так, из тех, кто на леди, в принципе. Бланш, только ты, наверное, останешься. Но, блядь, я не буду брать, потому что там, блядь, по этой хуйне ты не сможешь бить толком. Ну, во время вихря. У тебя в рендже. Ренджа, короче, маленькая будет. А дальше выходить ты будешь там руинить. Сука, тыкайте на сумон, нахуй. Хорошо. Давайте сумонимся пока так. Айритрум, Котяра, Вакус, он же Милфхант на замене будет. Бланш на леди, скорее всего. Тебя, наверное, возьму. Нам на пол все равно нужен будет. Я на Рокку еще пойду. На леди 100%. Привет. И кто-то из вас, я не знаю, Ваничел, либо Батя. А может вас, я на Рокку? На леди. Не надо. Я понял. Дайте столик сразу. У меня нету спека демона, сразу вам говорю. Да и на леди, типа, по-любому кому-то из вас, потому что я на рогу пойду. Тыкните на пол. В кринжа. А может я на рогу? Нихуя себе, ты охуел. Кто там рогу такой подпивался, нахуй? Кто? Твоим рогом, мне кажется, там надо РБК еще пофармить. Какие нахуй РБК, я тебя вчера ебал. РБК 10, РБК 10. Ой, пошли, хули вы стали? Давайте почистим. Это нормальные рога уже заряжены. Но Бобби Муна точно натяну, ебать. Да его любой натянет. Даже ты?
Кунка, поставишь сараку нахуй свою, если я тебя не тяну? Хотя хули ее ставить, дырявая уже будет. А ты чё поставишь? Твою сараку. Твою сараку. Что ж ты? Да. Я же сказал уже. Я ее не проиграл еще. Так ты уже давно ее проиграл? Нет. Ее еще со времен X2 продырявили в Долоране, забыл что ли? Ну, в Альбионе дырявили. Альбион. Альбион, Терешка, отсылка 25 О плюс и на синдро. Ребро пойдем фармить. Блять, а мы убивали леди в хэм? Я не помню. Да. В хэм вообще ходили разве? Да, там ходили. Что-то, да. Я знаю, мы в обычке синдру не могли убить. Два раза убили, наверное, за все время. Да, это жестко. А, ты помнишь Самуала Казим? Ужас, не вспоминаю это. Red Machine. А, Red Machine. За ТПС что-то мне пояснял на своем вонючем дестрике. Я, кстати, его здесь видел на X4. Да, но он БГшит даже. Бейте пауков сначала двух. Заберите большого, сейчас ёбнет. Кливом пол рейда. Станка, пожалуйста, дай стан. Молодец. Так, там Никита познает, к нему придет. Будет у него сейчас вот смотреть. На лень 100%. Он не часто стан пустует? Тебе не похуй. Может, я на рогу даду ловушки сниму? Стоп, у нас 0 разбойников? Да. А где данжин? Я ебал, 20 тысяч. Написал, что не будет. Ну, на роге, ну, типа, блядь, на ребре, ладно, похуй. На леди по-любому я пойду на рогу, выбрани. А может, я на рогу? Да, биба мне будет триксы кидать. Кем нахуй триксы, блядь, на леди нахуй? Ты ебанутый нахуй или что? Ёбаный сосад. Там босс не таунтится на второй фазе, блядь, триксы нахуй. Триксы там штанков нахуй будет. А трэшевый хп нерфили, кстати? Наверное, нет, там только на боссах. О, вижу ловушку. Бать, я ее чувствую, по-моему. Нам милики нужны, чтоб трэш залил. До вчера хорал. Все, пошел, ссылка. Пока Адель только X-Temp всем очко разъебывает. Пока X-Temp точно миликам очко ебет. Красавчик. Он не миликом, он кунки очко ебет. На самом деле я X-Temp и нерфлю всех пидорас. Ты себя забыл понерфить в первую очередь. Не-не-не, себя я не нерфлюсь. Разве X-Temp имеет какое-то отношение к X2? Он что-то там делает? Не, он на X4 тупо. Он на X4 хуй не делает. На X2 он нихуя не делал, по-моему. Он, по-моему, вообще до этого вообще не был, типа, как разработчиком, типа, сетов вот этой всей хуйни. Он занимался там какой-то другой хуйни. Да, он типа, другим. Типа, там, фиксы багов там каких-то, вот такой вот хуйни, по-моему, занимался.
Да, такие есть, разную хуйню делал, но никак не с балансом связан. Кто-то разверните, сколько на три штуки стоят. Да, ну, 4 посадили, потому что дезерон занят, это 6. Хотите рогового ничего взять? Не, ему нужно оставить ребра. Ты под шишками сосед или что? Не, о, R1 рога вообще-то Сируса. Шишки? Да, да. Мне кажется, сосед что-то посерьезнее юзает, блять. Кору сразу хуярит. Возможно. А он у меня дерево куда к нам растет, кору срезаю. Мефетамин какой-нибудь, может, сосед такой решил. Амфетамин. Это героин, фетофин. Да не, героин это сложнее, амфетамин пожестче. Героин. А вы откуда знаете? Ванчила сказал. Да, да. Так, а каких ну. Всех, кто это. Бланш, ты тут? Далеко не уходи. На леди пойдешь. На ребре просто тебе нет смысла. Держайся. Рыбу хавать. Все ведь в леди могут фласки брать сами, да? Вроде, да. Я взяла на всякий случай, еще трейд кинуть. Уже все. Или все равно кидает, пошел пизду. What the fuck, почему это? ХПшных фласок нету. Дайте фонарю хпшную фласку. А я взял? Я подготовился, я дерьмичу дам. А, ты тоже из тех, кто готовится? Гильдия не заботится о танках. Я в шоке. Наше доверие стоит копейки. Нахуй, блять, вам давать доступ на... блять, на танковскую фласку, если, блять, вы можете сказать, и вам ее просто, блять, дадут вас, блять, 2-3 танка нахуй сил. Так, Арислин, делаешь то же самое, то, что делал в песчанке. Вы на танке, когда он вихрь там в рамбе тусуетесь, ну, это фонарь и дермич. И, блядь, соседы, киншкин по бокам будет, типа, еще нет у нас. И кентуэри. А вот сбегаться, когда, ну, типа, начинает крутиться и уже, ну, как только касс идет сбегаться или уже после? Как только касс, но если на тебя идет лужа, то сначала ее в сторону веди. То есть анимация проигрывается. Идет первый тик, и тогда блинкуешься, иначе... Как только вихрь, ну, начинает кастовать, ты сразу блинкуешься. Но там, если смотри внимательно, да, вот как тебе Свет сказал, анимация вот эта вот идет, ну, типа, показывает, что лужа идет. Оно же перед этим, типа, таким, типа, полупрозрачным пламенем хуярит. Да, и да. Потом и сильно далеко, секунду, да, нельзя, типа, стоять, чтобы у меня не чержится. Правильно? В смысле? Нет, так ты уже, когда он начинает вихрь кастовать, ты блинкуешься туда в ром всему рейду, понимаешь? Да, да. А потом смещаешься в крест со всем рейдом, со всеми вместе. Он все никак не чаржится. Ребят, можно вопрос не по теме? Да. Можно я на паладине сейчас в ГМХМ пойду, а по первому свисточку, если что, я на замену ливну оттуда? Это кто говорит? Вакуум? Вакуум замена. Хорошо. Спасибо.
Настяки мускулы. Так, давай я тебя еще на полба. Адель, сосед. Скажите там за 2 секунды до пола. Сосед, что тебе не хватает? Мисклик, я же написал. Я что да. Вчера? 3, 2, 1, пол. А чё за хуйня? Танки, блять, Алён, нахуй. Чё за пиздец происходит, нахуй? Вой, дай БР. Хули вы ФК нахуй стоите? Ребафните приста быстрее. Мага, магас. Мага сняли быстрейший. Шипы сразу снимаем. Будет видно потом. Крест. Дармич, твой избаун первый. Потом глю твоя сакра. Фонарь, ты на следующем вихре даешь сакру и люксор потом продлеваешь сакру после того, как она закончится. Во втором стали. Лужа в рейд. Аккуратно, лужа, блять. Ну. Блять. А, все. Думал, почему две лужи в рейд пошло? Две. Угу. Почему? Стояли слишком. Я сразу блинканулся в сторону. И танки, блядь, хули вы там спите, нахуй? Блядь, не можете, нахуй, нормально, блядь, что ли, нахуй, спулить или что? Да он 100% бомбу, нахуй, кинул. Нет. Так нажмите ебать в начале, блядь, 3 таунта подряд с друг друга, нахуй. Просто, блядь, таунтами побалуйтесь в начале. Так стойте в одном фрейме, блядь, выше грона берете. У нас нету, блядь, ебучего напыла, понимаете? А вы, шипешники, не хуярьте свою бомбочку в самом начале, блядь, потому что это пиздец. Мирей, что ты не хочешь? Как говорила Настя, ой, Юля, сегодня у Аделя, он кинул плюшку этой, у него кишки там в разные стороны полетели. Вот сейчас так же было. В ребро он плюшку дал, кишки полетели сразу. Аделевские почему-то. Он с пула просто кинул, я бегу и смотрю, плюха летит над головой. Давайте быстрее шируйте. Бля, сидеть вайпаться тут нахуй тоже нет смысла. Быстрее убивать и идти, блядь, на лейб. Я это спросить хочу. Вот, ребята, вот, может, вы как-то объясните изначально, вот, перед пулами, перед рейдом, какие классы бьют шипы, какие нет? Потому что я смотрю, хочешь бьет, хочет не бьет. Как понимать? Кто? Один шипы бьет, один не бьет, блядь. Один ДК бьет, один не да бьет. Да все шипешники должны свечиться на. Все шипешники должны свечиться. Элли мы тоже. 5, нахуй, и ты с тобой тоже. А если бомбочку запульнуть не будет, мили? Просто минус шип стал. Не мили, на слева на маге. А, ну я ничего с этим сделал. Все кроме локов, нахуй. В мили шипы улетают очень быстро, вот я, например, сейчас не бил. Там кунка, ебать, Ну плюс ШП типа апнули, раньше такого не было. Все кроме локов. Ну я пизда долго на шипе. Все кроме локов, РДДшники бьют. Все, да. Ну и магов. Маги там шипы выносят, они не смогут бить в любом. Все, давай. Вы увидели, что он ботч передал? Кто? Ботч сказал магам, после 4-го чаржа сразу же нахуй блинк. Давайте, ребята, ну сказали все кроме локов и магов, давайте бить, блядь. Потому что, блядь... Бойчика.
Я посмотрю, не бьете нахуй, я тоже не буду бить. Пускай там этих, блядь, жомов вот этих учат нахуй. Кто? Байкич? Жомов? Я думал Бойчик нахуй, этот Мурчик, который... Не, Бойкич, он сказал, что после 4 часа нужно блик жать. 3, 2, 1, пол. Во фрейм ставим. Опять. Правее. Нормально, чуть дальше. В 8 пошла. Нету, в 8 можно стоять, что проблема. Я на шипе, мужики. Шип сняли быстрее. Шипы. Хуя шип быстро разбили. Че пиздец. Ну, я про это и говорил только что, что убили шипы и улетают вообще. Типа, мне даже смысла включиться. Ну, блядь, ну... Еба нахуй. Бля, сори. Ебучий ты случай, блядь. Да сейчас нормально должно быть. Да, служба. Правее. Потом назад кресло будет. Да ну нахуй, блядь, два раза в нас, блядь. Блять, ну ёб твою мать, ну нажмите, блядь, просто блинк ебаный нахуй, когда вихрь начинает кастоваться, блядь. Я не мог, я лужу выносил, но он все равно в меня не чаржился. Дева, когда лужу выносишь последнюю, там на вихре он где-то на 2-3 секунды кастовать начинает. Подходи ближе, чтобы он не думал, то, что ты дальний таргет. И еще, пожалуйста, нахуй, не надо докастовывать свой каст, нахуй. Просто, блядь, подойдите, пожалуйста, во фрейм со всеми и стойте там. Спасибо, блядь. Сейчас будем, блядь, сидеть вайпаться, нахуй. Учиться ебать нахуй, стоять нахуй, выносить лужу. Хуйня нахуй, сейчас я повыношу нахуй, если будет эта проблема нахуй. И в печеньку попрыгаю нахуй. Бентли, сними диван. Рит, кстати, Xperl я снес вонючий, FPS выше стал, если чё, к слову. Ну окей, потом попробую. Ребят, соберитесь и давайте быстрее нахуй, пожалуйста. Может начнем нахуй думать головой нахуй, а не жопой. Рыба стоит. Настя, что тебе не хватает, дермич? А чё ты? Эх. Опять лужа пошла нахуй. Что за хуйня? Долго сбегает? Слева шип быстрее, с мага с ним. Thank you.
Боже, он это. Разбираемся. Там как, кого как назначил Сокру давать из-под сейфа, так и даете. У нас Арислин вылетел или что? Да, улетел. Заебала нахуй эта хуйня. Глю ближе, иди. Опять лужа вред по штанах. Вы заебали нахуй. Это невозможно нахуй. Все, идите нахуй. В пизду я сам постою лужу проуношу. Ебал я в рот нахуй. Просто каждый раз, блядь, лужа вред нахуй ярит. Игрули, блядь. Ну типа в метку выходишь, он звезду, треугольник вообще без проблем. Типа вообще не дамажит. Да там, блядь, там такие стоят, нахуй. Хилы долго стоят, крестья. Блядь, ребят, когда вихрь закончился, нахуй, вы можете, блядь, подойти в ебаный вафрейм, а не вставать там, кастовать, нахуй, свою хуйню? Я сейчас, блядь, постою ФК, нахуй, посмотрю, увижу, кто это делает, нахуй, просто, блядь, начну минусовать, нахуй, уже заебала эта хуйня. Да тут ДПСа хватит, можешь спокойно стоять, мне кажется. Да, хватит с головы. У вас еще минута оставалась. Нахуй вы бок на меня кидаете, блядь. Можно как-то во второй апатии редара. У меня у вас редара нет. У вас в третьей группе три редара. Вот. И Зандалара в третью закинь, с четвертой. Ты будто бил, бери, пожалуйста, свою собачку хорошую. Ну там раскидай, короче, посмотри. Вы ничего, пса свой пни. Он рыбу загораживает. Спасибо. Ура. Я, короче, только в Милизоне только анимацию шипов успеваю увидеть. Я не знаю, чем вы их там взрываете. Но может, это пиздец. Эту фигню, то, что типа килить можно, не нажимая стоит. Типа не багается фрейм. Не знаю. Давайте быстрее, арчики на полмаф, поехали. В прошлый раз, типа, даешь массуху, он в один шип идет, а во вторым не идут, они типа медленно заливаются. Пока нет. Иди в дермича, пожалуйста, вот все просто в один фрейм. А че, да? Настя, далеко стоишь. Stormcast.
А что он там далеко бегает, блядь? Нормально. Ты что, танки далеко стоят? Ресейн вылетел. Ой, блядь, пизду нахуй. Короче, тебя ресейн, ну его нахуй. Ебал я в рот. Вы далеко босса держите, ребята. Вы еще нахуй в клаку заведите, дермич фонарий, блядь. Куда вы его нахуй ставите, блядь? Вы не видите, блядь, где ромб нахуй или что? Так, ресейн вылетел, он там и стоял в середине, он на него и чаржился. Да. Причем тут мы? Ну, да. А вы почему нахуй в центре стоите? А нам повернуть босса и чтобы он клеванул? Пизну, Арислин все нахуй, ебалый в рот. Войт, иди на ДК. Я это, либо напало, либо на мишке останусь, я ДКшником поведу целка еще рейд. ХМ? Какой целка рейд, ХМ? Ну да. Серьезно, ты серьезный? Пугами наверх, ХК забирать пойдет. Ну так он же играет в какой-то гильдии, почему нет? Все же хотят попробовать потратить. Я не в гильдии, там у меня своя, я две гильдии вожу одновременно. Что за гильдия? Да, там по 10 человек такое играет. Все, Арислин, иди на замену, нахуй. Пизду, нахуй. Фикси нахуй там свои вылеты нахуй, не знаю. Это уже нахуй не смешно. Иди на палат, чё я тебе могу сказать. Блять, а что нахуй мне делать тогда, блять, на леди нахуй? Это мне, блять, и что с напулами нахуй? Я думал на рогу пойду, блять, где я второго ДК высылал нахуй танк? Ну там пал нормально набирает, он фонарь наберет, я думаю, агро. Набирает. Подкрыли не только. А там леди как бы... Ну, вообще, на леди вон тот же Ондрас годится. Ну, типа, хп похуй, а гранабор-то хороший от него будет. От ДКшника. Или у кого там танк был. Ну да, и минус. Топ-5 ДПС. Один. Да похую. ДКшник там действительно... Реально похую. Ладно, все, Войт, пожалуйста, помолчи нахуй. Ты сейчас хуйню полную говоришь. Помолчи, пожалуйста. Там, блядь, 106 миллионов нахуй. Ты вообще не понимаешь, о чем ты говоришь просто. Спекать нахуй, и человека, который дает, блядь, хороший ДПС, нахуй, в танке. Гениальное решение, нахуй. Да, у меня еще танк такой, такой классный, что я там продержусь, нахуй, примерно, ну. Плюс я планировал дермича монхолика сделать. Блядь, хуёво, что даже мастера нету, блядь. Сука, я б на ДК пошел. Биба есть на роге, не? Да там такой рог, блядь. Беба, да не в смысле, что беба хуёвый, а рога сама бади. Дермищ. А Войд, брат. Восьмую кикните. Войд, дай протобав, пожалуйста. Кик. На исход не встань. Поехали. Сбежались быстрее. Выключи, пожалуйста, вот это вот все, блядь. Шип рассеялся, враг тринканул там и так далее, у кого это. Войд. Да на следующем трое. Мак на шипе. Мак на шипе. Дай мага шипе. Сняли быстрее шипа. Ну снимите мага шипа, ну сейчас же лужа, блядь, в рейд пойдет нахуй, ёбки вы, блядь. Я когда сокру даю, на первый или на второй? На второй. Ты вообще на подстраховке, я тебе скажу, когда нибудь сокру, если надо. Угу.
Угу. Заебись. Это залупа, блядь. А, у нас никто в печеньке не стоит, потому что точно там же Реслин подходил. Боже, всё, ёбки нахуй. Ой, справишься после первого чаржа стать в печеньку? Не сразу бежать, а вот когда он чаржится в печеньку, только тогда ты побежишь. Справишься? Да. У нас срез в КД нет. Тебе. Да хранят тебя предки. Войд. А, Войд. Он дает своим протобафом. Я просто каски бафаю, а 10% ну, ловкости не нужны. Суманите батю. Давайте, ребят, соберитесь, нам на леди долго сидеть, нахуй, пока вы привыкнете, что-то как тыкает, нахуй. Здесь ничего сложного нету. Прийти и убить просто. Вообще на полумах. А чё отдаю? Эхль. Мага снимите. Мага сняли быстрее сосена. Во фрейм. Подошли, только не в ложу. Велосипед. Понял. Мага, мага, сбейте. Мага, быстрее с ним. Быстрее мага с ним. Yeah.
Люксор, где сакра? Или кто там дает? Глю. Я первый не видел, поэтому ждал. На фрейм ближе подошел. Только не в лужу. Да лужа, блядь. Ну сказал же подойти, ёб твою мать. Ну уёбки вы, сука, тупые, нахуй. Ну неужели, сука, сложно, блядь? Подойти в ебучий фрейм стать. А вы в таких ситуациях, Беба, блядь, соседка, да босс так ближе стоит. Отойди, Беба, блядь, вот, сука, я тебе сейчас метку поставлю. Ты же стоишь, вот смотри, вот они стоят почти в кресте, эти даун, они не подходят. Отойди, блядь, к стене, нахуй. Подальше, ты до босса все равно достанешь. Ну подумай, пожалуйста, головой. Я не могу за всем этим смотреть, нахуй. За вами, блядь. Порылые нахуй. Чем могу помочь? До встречи. Один блин. Ты не смотри на остальных, нахуй, и сделай лучше, чем остальные. И тогда будет профит рейду, нахуй. Вы можете, блядь, не костить существа, обращаясь к вам нахуй, а сразу после вихря подойти во фрейм? Ебанешься, нахуй. И босса чуть-чуть дальше. Вот сейчас он стоял, мы прямо в кресте, блядь. Они, блядь, просто остаются в нем. Мне пет умирает постоянно. Нет. Чего пет умирает здесь? Никто не замечал. Лужа фул дэмэдж наносит. Он подъебал, не подходит. Да, там скорее всего, она подъебала, ясно. Но они там дым стоят, исходный станет. Понятно. 3, 2, 1, пол. Блять, босс дернулся. Ну не дергай, пожалуйста, его, ну блять, ну все, дернулся, хуй с ним, мы отойдем. Там сорвали агро, там агро сорвали. А где приставал? Есть на тебя приставал. Бежались. Прохил. Во фрейм быстрее.
Ну, вижу, тебя опять слева стоит в луже. Пробую на себя перенаправить, потом заново. Как на маге? Что, быстрее с мага сняли? Не, он все равно туда становится. Знаешь, говорю, ему похуй. Я за бетом еще хотим следить его, на него нахуй. Кто-то в белый чат сальвы просит. В белый, блядь, додумался куда писать. Таунт там нажмите, таунт просто и все. Там уже нормально, не надо уже. Ну вот и все. Значит, похуй. Отрыв ты лютый. Мага, мага сбить. Вафрейм быстрее, вафрейм. Вы можете... Блять, лужа пошла, ну... Пидоры нахуй, в пизду вас, блять. Видимо, шип долго разбивали, чел остался. Я в курсе, почему. Причем далее нам в дискорд нахуй, ну, на лучше босса нахуй попинать, чем, блядь, чтоб сбить. Это логично нахуй. Нахуя, блядь. Бить нахуй, убивать босса нахуй, если то лучше по боссу нахуй побить и вайпануться. Сука, какие же вы, блядь, ублюдки нахуй, просто пиздец нахуй. И, блядь, уже ж, сука, бесит эта хуйня нахуй. Там вот такое, что милики еще подбить могли, то есть там лужа была. Да тут суть в том, что ДПС с головой. Просто легче всем свичаться в шипы, да и все. У нас ДПС даже сейчас выше, чем в прошлый раз. Либо скоро в Долорам будет ТПшиться. Чтобы этот лужи не пошли в рейд после вихря. Я прям в стенку встал, нахуй. Смотрите, еще один такой вайп, нахуй, из-за шипа или из еще какой-то хуйни. Первым и последним трем, нахуй, минусую косарь ЕП просто сразу. Чтоб вы нахуй понимали, после перекура. Раз вы, блядь, не хотите нормально играть, нахуй. Я не буду смотреть, кто там не бьет и так далее, выслеживать. Просто последним трем, нахуй, местом, которым я говорил, играть по шипам. Будут получать минус, У нас перерыв или чё? Да. Три минуты еще. Только курить со дьяволу. Это челлендж. Кому мороженку? Я хочу мороженку. Не, я хочу мороженку. Ой, а... все милики хотят мороженку. А ты чего не хочешь? Хорош. Мороженка вкусная вообще-то. Мороженое со вкусом члена. Не, я такое не люблю, это уварчик. Но ты такое. Пробовал, если не любишь, да, то да, ты пробовал. Да-да, ну это друзья все, сказали, давай попробуем. Да-да-да. Кумка в Долоране стоит, говорит, хочешь так мороженое? Так ты можешь не любить, не попробовав. Ну все, засад, не надо. Ну да, все пробовали, все, кто здесь сидят. Все? Так ты сам кроме предлагал. Сосада. Стоп, ты меня наебал тогда, значит? Сказал, так я пробовал. Облизал, я потом сказал, на, попробуй. Такого не было. Не мути мне разум, нахуй. Ты сказал, тебе не нравится. Я охуел. Зачем ты мороженое со вкусом члена носишь с собой?
Дайте рез, пожалуйста. Да беги, у тебя 2 минуты есть. Нихуя себе. Мне лень, блядь. Я попросила рез. Вот и лежи, не резайте. А ну молчать, девочки. Она сказала, пожалуйста. Вежливо всегда. Спасибо, солнышко, фонарь, ты лучший просто. Подлиза ебаная, нахуй. Очкались ебаные. Уф, Иисус, ему. Нет, просто фонарь меня любит. А вы нет. И сразу подмен 3 пиздоля получает просто моментально. Просто фонарь меня не любит, а вы нет. Ну, Халиши тупо нахуй. Лям 17 нахуярил, блядь, пошипал. Кирилл. Это мало? Я вот пришел в ЦЛК, я испугался, что заметки. Вопрос, когда массакру ждать? На второй крутилке. Я ж тебе сказал, первая крутилка дает, блядь, этот дамич и люк и иглю. Вторая крутилка даешь ты первый, потом люксор. Как только начинается. Воет на подстраховке, когда я скажу. Четвертая крутилка. Опять ты даешь сокру и люксор. Все четные ты даешь. Первый. Ненавижу. Как только начинается. Мяу. Кстати, первую ты ничего не даешь, вторую ты даешь, третью ты ничего не даешь, четвертую тебе откатывается как надо. Как только лужи расстилаются или как только сразу закрутит? Как только вихрь начинается, сразу даешь, потому что он, блядь, чаржится в меня, нахуй. Без сокры я могу рипнуть от вихряных. Я штыпаюсь в печеньку первую. Ну это я, кстати, заметил.